Прежде чем мы получим какие-то первые комментарии, хотелось бы сказать, это действительно очень важно. Люди вспотели, глаза налились кровью, и вот эти вот слова, которые они произносили, глядя мне в глаза, смерть врагам, смерть России, смерть тебе, это украинские власти. Слава Украине! Героям слава! Это украинские депутаты, друзья, товарищи, обратите, пожалуйста, как... Обратите внимание, это вот лицо современной Украины, точнее, мы должны с вами понимать, конечно, современные власти. Як роса на сонці, представители Украины, я хочу это смотреть, прекрасно понимаете. Братья у своей стороны. Кошмар просто и ужас.